А мы посмотрим на учеников Кирилла Минова, Елизавету Хорт и Гордея Чтепыхавяна из Санкт-Петербурга. Клянусь самим собой, ночь. А вновь за окнами темно, и еще не так давно мы были рядом. Тебе меня, а мне тебя не будет жалко. Я ухожу. Светлая Москва глядит с насмешкой, а ветер пляшет в облаках и говорит: не надо. Но согласитесь, вот это нестандартное решение, когда под наговор фактически выступают спортсмены в танцах на льду, оно, во-первых, встречается достаточно нечасто, а во-вторых, оно добавляет разнообразие. Елизавета, добавляет. Гордей Чтепыхавян. Ну, я даже не знаю, оно выделяет однозначно этих спортсменов из череды тех, кто берет либо хорошо знакомые, либо какие-то ультрасовременные мелодии. Вот вроде бы казалось бы, да, как можно смешивать условный, там, я не знаю, призрак оперы и Билли Айлиш, но и то, и другое постоянно встречается в фигурном катании. А вот такое решение, которое ножки, сейчас... Ножки, разминай, разминай. Не садитесь, садитесь вниз, не стесняйтесь. Второй этап подряд показывают нам Елизавета Хорт и Георгий Чтепыхавян, но их сразу ты сам красивый. Выделяет из общего ряда.
вот сейчас, я не знаю, вы слышали, мне кажется, должны были слышать, не Кирилла Минова с учениками, а это уже Рамиль Мехдиев и следующая пара, Александр Шинкаренко и Владислав Михайлов, которые стоят возле бортика вместе со своими тренерами, с Еленой Масленниковой, разумеется, тоже, и готовы уже выйти на лед для своего произвольного танца. Ну, а мы с вами видим... И слышим, опять же, то произведение, которое вдохновило Елизавету Хорт и Гордея Чтепаховяна на вот этот очень трепетный, очень трогательный, очень нежный, мне кажется, вполне себе подходящий этим молодым людям произвольный прокат. Так, за произвольный прокат на первом этапе эти фигуристы получили 76,34 балла. Но я смотрю, что сегодня, по-моему, арбитры и технические бригады не такие щедрые, как на первом этапе. Впрочем, не могу сказать. Да, похожие баллы, немножко меньше, 75,96. 126,56 балла. И на данный момент пара занимает первое место.